Иностранные граждане, приезжающие в Россию на 90 дней и более, будут обязаны пройти обязательное медицинское свидетельствование на отсутствие наркозависимости. Об этом сегодня заявили в пресс-службе Главного управления МВД России. Закон вступит в силу 29 декабря текущего года. У регионов есть время подготовиться. Тем временем главный нарколог страны Евгений Брюн с рабочим визитом в Чувашии. Главная тема сегодня – наркомания среди несовершеннолетних. Уже который год специалисты фиксируют омоложение наркозависимости по всей стране. В республиканском наркодиспансере Евгений Брюн ознакомился с накопленным опытом. Здесь успешно внедряют новые программы реабилитации уже с 2013 года, которые могут экстраполироваться на другие регионы. Сейчас мы ведем переговоры с комиссиями по делам несовершеннолетних, с комиссиями по профилактике правонарушений в субъектах федерации, с уполномоченными по правам несовершеннолетних. Группу риска по вот этим грубым расстройствам поведения, особенно агрессивным формам поведения, которые вот все чаще в обществе появляются, мы будем брать на себя, организовывать реабилитационные подразделения для этих ребят.